Что, я последний? Походу дела, да. Окей, лезь тогда быстрее. Хель, только очень, пожалуйста, это, давай, как мужчина. Здесь остается только я и блять, я зацепился. Вот там. Двигайте туда. Надо повернуть. Проходите, проходите туда пока. Куда? Туда. Стойте там. Нет, со съемкой нет, не надо смотреть. Че, снимается? Все, экран не надо, экран не надо. Не это самое, я знаю, что надо, а что не надо. Батарейки. Хорошо, я не тупой. Это вообще. Пока есть возможность, лучше. Чувствуете холод? Конечно. Нет. Да, холод есть. Хель, да. Что вы мне сказали с ней? Там лобом открывает дверь. Ага. Чего? Пиздец. Знаешь, что-то сегодня уставший какой-то. Сука! Больше вообще места нет. Я никогда свое лицо нигде не должно быть, понятно? Не боись. Не секрет. Такие кадры, пиздец. Сейчас вот так вот. Можешь подальше отойти, просто светить? Заебись. Смотри, быстро. Сначала он вызовет чоп сверху. Чего вызовет? Чоп. Ну это такие развития сюжета. Камеру вырубим, или любой шум. А рукой с этой стороны никак не зацепишься. Такой спасатель, знаешь, Иван? Такая документалистика. Ну что, не чувствуешь его? Ну, постоянно кажется, что кто-то схватит меня сейчас за руку, там, и держать. Не бойся. Такая рука кровавая. Ну, ты никак не достанешь, надо еще там силовой метод. Отойди. Сейчас тишина. Алло. Тихо, блядь, не отвлекать меня! Что не делать? Вообще заткнулись, тишина, не сосредоточиться. Демитикон правильно. Да что там сосредоточиться? Все лишь по физическим усилиям. А какие, блядь, тут на одних пальцах такую тяжесть хуяч сейчас. А, на пальчиках все держится. Конечно. Ну, в жизни все на пальчиках. Тихо, блядь. Пальцы нет. Я не могу достать. Демитикон теперь новая кличка. Пианист. На пальчиках. Черт, я одной рукой же не могу, тихо. Он красный, почувствуй, что ты внимательно. Тем больше дняшь на дверь, тем больше снимешь. Во. Так, и давай мне его. Все фотографии надо делать, когда на роже не видно. Вот кепочка так наклонена. Да. Мне не нужно лишний. Демитикон, ты такой эмоциональный. Да, плакаты. А что там конкретно? Можешь прочитать там, не знаю. Это прям такое. Смотри, плакаты давай. За 100 рублей. Мог, да, конечно, смотря как преподнести. Можно вообще сказать, что это там, не знаю. Что угодно. Так, Хеля, что ты делаешь тут? Ничего, сижу. Ты куришь? Чего сижу? Ты куришь? Ну, не курю. А это тут кто? А это я. Понятно. Гена, а этот крендель тут? Тут, конечно. И сигаретку тебя даже угостили, да? Конечно. Заебись. Хочешь? Давай. Ну, не надо снимать. Нет, да и это чё? Чё? Во, можно стендапчик? Чё происходит в данный момент? Просто скажи и всё. Может даже в камеру происходит пиздец. Не пиздец, лучше прям по сути прям изложить серьезно. Официальное вхождение в бункер, в общем. Официальный вход. Нажми и не отпусти, только я.
вот такие ракурсы лучше подними. Не, голову. Плечом лучше упирайся. Я пусти, я сам под. Вот так. Так, так заебись вообще. Ага, прикольно. Не чувствуешь дверцу, товарищ, не чувствуешь? Комплиментарный портрет, это, конечно. Не, ваши потоки. Я профессионал. Смотри, ты вот чуть-чуть. Вот дурик. Давай. Вот так. Давайте. Оу. О, задница моя! О, жопа! Не-не-не, нихуя. Ты проверишь? Да подождите, ребят. Я спокойненько. Ну куда? Рекомендую использовать верхние трубы, которые над вами, для удержания за них руками. Это такие кадры в телевидении просто не пройдут, знаешь? Да ты что, во-первых, там волосатая подмышка, во-вторых, за голоса мусора приехали. О, трубы! Нет, нет. Я просто дальше не пролезаю, у меня грудная клетка. Мне нужно, короче... Блин, да вы что? Вы должны ноги, но в общем не важно, мне все равно. Главное, не спешите, когда вылезаете. Да, поза интересная. Нет, однозначно такая. Да. Прикиньте, такое порно жесткое снимаешь. Прям вот так вот. Человек, застрявший на входе в бомбоубежище. Это вот можете на видео снимать сценарий. Женщина, застрявшая, как бы в бомбоубежище, проводит там двое суток. Подождите. Проводит там двое суток. Уже практически в бессознательном состоянии, охрипшая, и вдруг приходит такой атлет, накачанный весь. Ну, с немного маленьким членом, конечно, но как бы это компенсирует его мускулы. Вот, и прям начинается такое порево жесткое, притом она застряла, он даже ее вынимать пока не захотел, а то сопротивляться, ну, знаете. Сверху торчат. Так. Давайте, все, хватит разговоров, Степа. Мысли, сконцентрируйся. Я слишком плохо. Да, это для списка. Ну давай, Степочек, не попробуй еще. Вы даже не ощутили. Я вот прожил, блядь, 18 лет, и я вот ни разу, вот, извините, не был в таких ситуациях, понимаешь? Это хорошо. Я сейчас так, ваша задница будет сейчас страдать в два раза сильнее. А ты... Боже, царя храни. Я застрял. Вот это самое интересное. Не, ну к счастью, у вас не придется штаны. Все, заебись. Ух. Есть еще желающие? Кто у нас более мелкий? Вот вы еще мельче. Нет, нет. Вы будете героем просто, если это сделаете. Да, это будет охуенно. Еще вертикально теперь себя вверх тащи, по диагонали так лучше. За трубы берись. Видишь трубы, блядь? Давай, штанишки блядь, сейчас. Блядь, ребята, не надо нагнетать атмосферу. Нет, тут вот... я не смогу. Ты смог. Да блин, вверх себя поднимай. Не бойся, не бойся. Ты не по горизонтали себя тащи, ну блин, ребят, опять. Нужно еще сантиметров, наверное, 5, ой, я не да знаю. Не будет здесь. Слушай, вверх себя поднимай, вставай. Что вы ему говорите? Встаю. Блядь. Че он, где он стоит? Пиздец. Так, Димитикон, а ты вот теоретик, ты сам пролезал когда-нибудь? Через это я не пролезу изначально. Может, физик. Ну а в чем дело-то? Ты назад лезешь? Обратно я, по-моему... Уже все, да, нужно пытаться. Штаны теперь снимаем. Ну какие штаны, блядь? Ты что, это венерическая инфекция сразу? Какие штаны, блядь? Тогда вы. Вы ниже роста. Где? Какая? Да, венерическая инфекция. Вы что, где здесь? Блин. Инфекция? А как вы за... там звук? Пожалуйста. Что надо тело... Так, ты у нас тут самый сильный, значит, давай гермуху гнем без чего. Самый край ставишь и жмем его вообще до предела. Гнем гермуху еще больше, давай. Не еще надо, год. Тут знаете на что опирается? На трубы. Тут трубы можно... 301. Они пустые. Вопрос закрыт, вопрос закрыт. Нет, смотри, Хель, бери сейчас металлическую палку и постучи по трубе. О, можно я обратно? Думали, думали, вам это легко? На сонных получается легко. Это пусть он лучше, у него сильнее, он, я чувствую, он гораздо сильнее. Давай, товарищ. Лом просто короткий, мало возможности. Могли запечатлеть, чтобы для драматургии у нас. Давай, короче. Ну чё, давай! Все нормально? Да. Замечательно. Да. Так, так, ребята, вещи не забываем свои. Фонарик, что, где? Фонарик? Фонарик нужен. Нужно все шмотки отсюда забрать. Дайте фонарик, да. Так. Ой,
говорю, блядь, а у меня же был NightVision выключен. Что за бредять? Там сумку взял? Нет, сумку курты не взял. Вот она, я сюда положил. Все, там больше ничего нет. Все, заебись. На. Плакаты, надо вот сюда их вытащить тогда. Нужен антоним. Да, антоним, как же это называется-то? Есть... Это, короче, костюмы для отражения света. Какой размер? Просто отражение света, которое спасет жизнь. У тебя маленький, не будет ожогов на коже. Самый большой, как у курта. Который могли бы. Здесь, да, смотри, 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 здесь большой. Деревяшки такие непонятные. Для бачка от противогаза. Да, написано, смотри, а я выкинул свою деревяшку. Это важно. Ну-ка, подожди, оттопырь. Ты не утонешь, понимаешь? Если ты упадешь, короче, в этой штуке воду, ты не утонешь. У тебя дерево выйдет на поверхности. Да ты что? Это сверхплотное дерево, которое спасает. Да ладно. Серьезно. Иди сюда. И у тебя еще вот эта хуйня вылезает. Да, давай. Неприятно. Мальчик 5 лет перед вами. А еще противогазы эти в метро, человек 10 влетают, да. Начинают орать. Все, эвакуация. Подожди. Димтикон, а можешь встать вот сюда и светить вот Вове прям вот так? Сейчас профилем. Пойду. Подожди, не знаю. То есть вот... ушки, зайчик такой прыг, знаешь, за с ним бред такой. Давай. Повар. Такая темная личность. Ну все, понеслась. А здесь все пустынно, оказывается. Какая здесь проходная здесь? Давайте мешок. Давай я сюда. Ребят, вы тут? Ага. Да. Такой прям непонятный мешок. Света вообще никак. Да, да. Дай курт, я поснимаю. Да не надо оборачиваться, блядь. Это будет уже без меня. Это сейчас будет, ребят, на протяжении всего вообще. Поход. Мне надо прям очень издалека с отъездом. Нормально. О, сейчас мы снимем как. Замуж.